2-2. Рудж энд Румбль. Довольно-таки так. Это карта Автормия. Тут как бы тупо надо идти по какому-то ущелью, огороженному забором, практически по прямой. 10 командных точек надо взять. Предельно все просто. Вот, видишь? А, Б, С, Д, Е, Ф, Ш, Х, И, И, Г. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В центре база находится. С вертолетами. Задачи предельно простые. Уничтожьте все радиоточки. Уничтожьте боеприпасы, радиоточки, коммуникационные башни. Бэшки тут легко захватываются. Первое, что с ним рядом. Да, блядь. Все, он захватывает с автоматом. Это очень простая, наверное, карта в целом. Стоп. Бэтер горит. Так что получается боеприпасы, радио и башни. Такие стены и обороны. Первая башня уже достигнута. Щель, видишь, огорожена. Это как номерные карты. Были некоторые. Ну, Мия же автор. У нее все одна и та же мысль. Ты не можешь сдерживать свой гнев, чувак один. Эта карта полное говно, нахуй. Вы ее вообще включили в список. Ты не можешь сдерживать свой гнев. Твоя мама тебя рожала жопой над раскаленной сковородкой, чувак пишет. Люди там расстреливают. Да, блядь. Стоп. Что? Ты козел, ебучий. Так, пошли. Коробочку нашли. Такс. Эти ящики можно и так уничтожить. Блять, опять хуяк. Там патрули приносятся. Погнали снова. Сейчас откуда херачат? Окей. Мамка, все окей. Так, что-то. Подожди, ты сейчас группу. Ты ублюдок. Нормас. Б рядом. Давай в руины. Че, это херню можно сейчас подорвать? Пулемет. Попробуем. Сейчас попробуй. Ага, у меня все пулеметы можно. Чего? Кто-то есть.
козел, че, охерел? Так, боеприпасы тут уничтожены, все. Блять, сука! Ага, все, вот тебе и все. Ты сдох в итоге. От таких все коней. Кто-то из РПГ долбанул. Ого, поливают, суки. Давай обходим руины, там гад стоит. А тут все однообразно, такого нету. В стиле Джоли. Да блять. Я там, сука, так. Больше-то никого нет. К точке Б идти. Давай, главное добежать. Да блять, все, 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 все. Можно сходу брать. Так, 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 так. Че ж ты там глючит? Б взято. Да блять, опять. Ебется глюк. Ну, сука. Сзади, что ли, полохнуло. Кто же, откуда он? Ну-ка, давай-ка сейчас подожди. Блин. Чего? Пьяный воин. Понял. До хера, короче. Давай кидай сразу. Запечатку отходь. Пизда, блядь, задела. Вторую ушку вдороли. Ну-ка давай сюда. Блять, что делают? Да хуй еще гранатометчиков. Побежали. Ты, блять, ты сука. Где ты, где ты? Скотина ебучая. Ну где ты? Тонны, блять, патрулей, смотри. Давай сюда нахуй. Ох ты гад. Ох ты гад. Так, снимаем. Так. Толпами оттуда идут. Сейчас-то кто стреляет? Еще там один полезет. Ну чё? Тебе надо брать точку С сейчас.
Тут однообразная карта, в общем-то, что между двух темных стен какое-то ущелье с зеленой дрюкиной. Все надо брать. Все нормально. Откуда вас пострелил-то? Где взято? Пизда. Белым залягает. Залягивают. Что, надо сюда прорваться? Тут видишь большое количество, падлы. Надо в любом случае сейчас подорвать. Блять, ты сука. Херачит только так, падла. Интересно, если кинуть. Чё, наверное, ты хрен докинешь, конечно. А тут не забраться, наверное, да? Или можно? А, хорошо. Всё, давай, кидай, отходь. А, хорошо. Третья вроде вышка ликвидирована. Чё, откуда? Откуда? Так, 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 вон. Я смотрю, у них узел обороны. Так. Узел обороны. Ну ты, скотина мохнатая. Так, он тут. Все, готов. Щитовуха ликвидирована. Ну слушай, там стоит танк. Тебе его не ликвидировать без джавелина. Давай за джавелином. Да это еще нет. Вертолетная база между Е и Ф. Ну давай. Сука, подожди, там идет. Как долго идет. Конец танку этого. Сейчас выдвигаемся туда. Паразитка там стреляет. Так, все, пошли. Чтобы по напряжению сделать сюжет. О, сука, сука, сука. Идут, потому было бы очень легко. Так, ну и такие легкие рубежи обороны. Сейчас точка D тут рядом. Ага. Это предмостная как бы точка Е. Вот там может и есть база Е. И танк-то был. Все. Сейчас берем сходу. Д взято. Да, вот, наверное, это укрепление-то и будет, где вот вертолеты. Ну, сейчас надо к точке Е сразу бежать. Так, там что-то долбают из стингера. Нет, из гранатомета даже. Может, гранатомета. Не знаем даже, что это такое. Точка Е где-то рядом. Тут что-то дымит. Так, непонятно. Так, танк он стоит. Слушай, гадина. Давай, гори, гори. Моя звезда. Так, ну-ка давай-ка. Подержать. Ты, блядь, ты сука. Ну. Ты же там на танке можно будет ехать дальше. А что там рвануло здорово.
точку еще не взял. Надо взять. Вон она, вон она. Давай, 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 давай. Побежал, 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 побежал. Все хорошо. Да все, капаха взята. Ох ты. Ну что, это для скрина такой неплохой кадр. Сейчас поохотимся. Преимущественно снайперская карта. Так, не забывай. Ну давай этого. Хорошо. Тут вертушка стоит. Так, откуда херачат? Тюф-тюф-тюф, не вижу, откуда херачат. Ага. Вот тебе, сука. Щитовые сняты. Так, давай наверх. Очередной пулемет. Даже не получается. Вот там еще один. Так, тут надо посматривать. Сейчас давай осмотримся. Так, а что тут? Чего нет? Так, давай. Вот тут радио. Вблизи Е, значит, мельница, радиоточка. Так, ну-ка, ну-ка. Так. О, сука. Так. По вонючкам. Побежал. Эх ты, блять. Давай сюда. Так, выдвигаемся. Thank you.
все, вертолетную площадку. Да видишь, вертолетная площадка. Вот тут. Только еще посмотрим. Вроде никого. Так, там еще что-то видно. Просто вертолетная площадка, короче. Можно брать вертушки. О! Так, не вы. Надо заброшку обязательно осмотреть. Что может, вон какая лестница. Ну. Так, заходь. Так. Так. А, тут боеприпасы, мне кажется, хранятся в таких вот местах. Надо обязательно смотреть. Ну, сейчас еще не все. Задача еще залезть наверх, проверить. Так. Аккуратненько, аккуратненько. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Ну, когда ни хера не видно за огнем. Блять, огонь не мешает. Так. Все, все хорошо. Пидораска. Сука. Так, ну давай по новой. Там какой-то хрен. Возможно, даже вдалеке стоял. Может, сейчас вертолет будет взять, да проехаться, прочистить. Я с того мудака ликвидирую. А так надо брать вертолет, наверное, да, чистить, лететь. Чё нахрен? Возиться. На! Скотина, ну он меня уже практически завалил. Это там нет просто смысла уже ничего делать. Надо обновляться. Да где-то тут нигде не вылечишься. Все, обновляемся. Все, заброшка вычищена, два ящика в ней было. Пол карты пройдено. Это легкая карта. Что там за хуй? Что за хуебень там идет? Вон она. Пидораска, слушай, подожди. Сука ты, блядь! Ёбучая скотина. Чё, надо обновляться опять? Да какой смысл в таком виде тут идти? С того строя необходимость обновиться. Да, вот такая вот карта. Опять, блять, повредился. Ну ладно, сейчас возьмем машинку. Пролетим, не знаю, если не будет получаться. Ну раз, надо слетать. Раз. Так, тут они исключительно, смотрю, с авиапушками. Так, бежит, зараза. Давай, шарманка взлетает. Расстреливает. Все, пошла? Давай, 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 подлетай. Я в рот, что ты делаешь-то? Опять заделать. Ну, все,
Все, машина тут рядом, давайте, да. Беги. Сейчас ее надо будет еще завести. Завод кончается. Так, остается 4 всего точки. Карта легкая, предельно линейная такая. Так, не знаю, кто там есть, нет. Пролетим. Взорвем пулемет, хотя это не нужно, но пускай. Всем рядом. Уберем. Все, точка же взята. Остается 3 точки. Аж и дело уже. Ух ты, блять! Блять, да, сука. Да. Много дресни разбирать. Давай вышку. Первый знает, какая там по счету. Пятая. Давай подрывай. Еще у них дела пару. Не поняла. Сука. Так, так, так. Там, блин, давай к огнеметам его. Нормас. Предельно такая карта. Беговая, так сказать. Где это остановка? Так, обходь, обходь. А там сюда сволочь, ну там еще кто-то сидит. Вон там. Ща. Все, расстреляли тебя. Пидорас. Так, ну давай шарманочку опять возьмем. Сейчас шарманочку возьмем. Так, вон тут пулемет можем взорвать. Заводим машинку. Видишь, как быстро эту карту прошли. Какая сложная была предыдущая. И какая это легкая. А команды чё, и вообще нормально, за 10 минут пройти. Ну, 15 просто. Когда козуверелая толпа, типа, не понеслась. Тут надеюсь, за пределами карты не глянет. Потом пролетим, когда уже будем к концу. К концу дела идти, может быть, все пролететь. Ради кайф. Конечно, давай сейчас пусуху. А потом пролетим, конечно, пролетим. Ну давай. Немножко задача осложняется. Что там эти
десанты идут. Какие-то. Так, ну тут вроде все. Вот тут можно стену перелезать. Вровень. Выше даже холмы. Так, точка H. Идем туда. Все, H взята. Давай, давай, бери. Все, H я взял. И G остаются в последней точке. Вот эти пидоры опасны. С гранатометами. Во. Так, давай подрывать. Отходим. Рвануло. Полетят куски как далеко. Карта же практически пройдена. Две командные точки. Это, заметьте, первые с первого же раза-то я тут покажу. А, так в стиле Джо, в ней ничего сложного. Так, подожди, как это пойти? Подожди. Здесь-то можно пройти? Чё-то как-то... Тут пробежали. Как-то тут странно. А, все нормально. Пойти можно. Ты, блядь, сука. Видишь, гранатомет. Еще одна, видишь, идет говно. Да. Ну, гранатометчики. Тут опасность в гранатометчиках. Кибердемонов, как говорится. Вон там, слышишь, стреляют. Ты, блядь. Так, ну-ка. О, хорошо, хорошо. Щитовуха, видишь, о, там еще один. На танк идет. Слушай, там танк. Там стоит танк. Ага. О. Пошли, пошли. Там стоит танк. Так, нет. Так, 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 нормал, пошли, пошли. Точку И сейчас будем брать. Так. Ты, сука, сука. Пидораска, слушай, давай бери быстрее. Сзади. Все нормально, нормально. Сзади, видишь? Да все нормально. Точка G остается. Тут два танка, похоже, только это последняя капашка вся. Заметь, с первого раза все будет быстро на ура практически пройдено. Первый раз. Ну, можно будет на вертолете, да, пролететь в конце еще. Чисто. О, это танк. Видишь, турбина на нем шумит. Сука, давай-ка. Обходим, обходим. Сейчас мы его сожгем. Сейчас. Ну. Ждем. Сейчас огнемет подзарядится. Все, готовы. Видишь, как их махануло. Окей. Все, форды готовы. 4 ящика, они любят в таких квартах ложить. Танк, все. Так, ну-ка. Давай точку берем. А все, последняя точка взята. Дальше местность абсолютно пустынна. Вон там гадина стоит. Мельница.
Так, ну все, там поднялся. Тут вон и радиоаппаратура есть. Последние задачи тут, наверное, будут в этом. Так. Теперь мне абсолютно, как говорится, начихать на их проделки. Надо было, кстати, сейчас обновиться. Чего? Слушай, не понял таких дел. Ну-ка. В тылу там остался один паразит. Не понял. Как это не понимаю, неразумное, ну как он. Ну да, дальше просто идет ущелье, в котором уже ничего интересного нет. Пустое ущелье, как говорится. Так. Сука. Ладно. Сейчас себя грохнуло. Возвращаемся в точку Е. Берем вертушку. Сейчас пролетим быстренько по карте. И завершим ее уже сейчас. Так что, казалось предельно простой картой. Практически отдыхал. Вот с картой операция Красный Октябрь, там непонятно. Надо думать. Наверняка подскажут на форуме об этого. Подождем. Ну там создатель, наверное, есть. Или кто игру писал, Кэптон же игру писал. Наверняка все это знает. Иначе ничего не догадаться. Перепробовала все, ничего не догадаться. Так, ну нормально. Ну вот видишь, как бы это маршрут. За забором. Так, все, видишь, тут предельно, в принципе, однообразно. Такая стена огороженная. Огороженная стенами ущелья. Какие-то генераты, какие-то коммунистические сняли фильм, якобы. Огородили колючкой себе дорогу и ходили, как будто там безопаснее. Эти пидоры на них как подрывали их со всех сторон. Да, прямо будем. Даже лучше минные поля поставить, в принципе. Колючка, она так, это против хулиганов, как говорится, только способна сделать. Да. Танчик. Ну, танчик и мне тут особо. Все, короче, тут. Так, боеприпасы. Стоп, давай осмотримся. Так, что, а где еще? Непонятно, где еще что-нибудь, какие-то боеприпасы есть. Так, ну смотрим, все вроде. А вот. Блять, а где еще-то? Понял. Сука, где бы еще-то боеприпасы? Так. Все, радиотучки ликвидируем. Все боеприпасы. Где они тут? Тут вроде все. Понятно, что радиоточка последняя здесь. Так, нет, не понятно.
давай проедем тогда. Все равно приходится проехать. Мне еще там не завез. Ираком, как говорится. Просто перелетаем. Так, тут вроде ликвидировано. Блин, какая-то ерунда творится, ребята. Посмотрим. Заброшки, может, где-то не доеду. Так, сейчас посмотрим. Тут вот, может, в этом здании ничего не дошло. Сейчас посмотрим. Да, наверное, заброшка, может, и ликвидирована вся. Сейчас, ну, давай осмотрим все равно. Так. Так, чисто. Ну, где-то пропустил, значит. Он же красным-то их не отметил, конечно. Так. Так, так, так. Так, чисто. Чисто. Ну, тут все чисто, короче. Все чисто. Так, где танк? Маловато. Да подожди. Так, вон, во, форт просрал. Вот здесь. Конечно. Все, все боеприпасы. Ликвидейшн. 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 Давай-ка для успеха. Вот так сделаем, зачем? Вот так обычно стены проламывают танком. Чтобы он не разлам, не поломал ствол, его назад отворачивает. Можно вламываться, как бы, ну, сломал стену, да не заехал, да, и можно спрятаться от авианалетчика. Так, ну поехали. Танковое шасси для разных можно использовать целей. Это другие системы огня монтировать. Спасательные какие-то средства. Но, сука, ему не проехать. Это танк. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давай сюда, 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 сюда. Блять, не проехать. Давай, возвращайся, там пушку вот эту подрывай, конец. Упустил, видишь, момент с фартовки. О, блядь. А тут ты, наверное, не проедешь, Никира. Всё, пизда. Ну, обновляйся, что ли. Ещё проехать невозможно. О, маршрутик. Всё, пошёл доканчивать игру. Угу. Так, все. Отход. Ну как здесь без. Отходь, как говорится. Так. Конец игре. Ну да, предельно простая карта, просто надо аккуратно все боеприпасы было, так сказать. Во,
Смотри, как ЛЛЛ, как выстрел из пульта. Джон набирает 1111 очков, точно в яблочко. 179 фрагов. Ну, тут фрагов-то не так много. Но вот опасны были патрули. А танка 2 ущерб не причиняли. Ну, прошел быстро карту.